Ивановская область в числе регионов, где мониторинг цен на строительные ресурсы фактически не начат. Закон, предписывающий это делать, был принят в декабре 2016 года. Сейчас по всей стране идет апробация данного постановления, и наша область оказалась в числе отстающих. На сегодняшний день от ивановских производителей не поступило ни одного ценового показателя. На совещание по мониторингу цен на строительные ресурсы в правительстве региона приехал специалист главэкспертизы России, чтобы проинформировать предпринимателей о том, как правильно использовать постановление. 30 сентября будет опубликован перечень юридических лиц, которых обяжут предоставлять такие ценовые показатели, как отпускные цены на строительные материалы и оборудование, цены услуг по перевозке строительных ресурсов, данные о заработной плате сотрудников. Мониторинг позволит повысить качество ценообразования и оценки сметной стоимости объектов капитального строительства. Если не будет от Ивановской области, от производителей ценовых показателей, соответственно, в регионе не будут сформированы средние сметные цены, то есть на строительные ресурсы. Поэтому этот вопрос, он важен для субъекта, да, то есть вот на это как раз хотим обратить внимание и призвать производителей, значит, активно начать принимать участие.